40 килограмм салмак категорияда қыздар сөйлеу әзіміне даярданамыз. Ақ кимоно менен сөйлеу әзіміне. Спортсмены весовой категории 40 килограммов девочки готовятся на церемонию награждения в белых кимоно. Усмонова Раяна, Хаттубекова Асима, Мазур София, белых кимоно спуститься. Белых кимоно. Екінші татамиде жеңішке үй болды Молдажапаров, Нұралы Жишор. Держи, держи, проходи, держи! Держи! Держи!
килограммов спортсменки, девочки, готовимся на церемонию награждения. Болотбекова, Асакеева, Джарова, Ходжамбердиева, белых кимоно в зону награждения. Улетичный Чигишки и Улду, Харабдыков, Нуркамин, Топок. Алтмыш килограмм салма категориясына балвандар Сыйлова Зимине, Дайрданавыз, Ихров Муслим, Харабдыков, Нуркамин, Климов Ахтан, Джусупов Ислам, Ахкиманычон, Сыйлова Зимине. Спортсмены весовой категории 60. Готовится Ихров Муслим, Ханатбеков Нуркамиль, Климов Ахтан, Джусупов Ислам, зона награждения. Thank you.
Бірінші тақта беті жеңішке олды Сезбекова Назира Зишор. Елі жеті килограмм салма категориядағы қыздар сыйлы аяншасына шақырылады Жұмабекова, Сезбекова, Ишенбаева, Жұмакеева. Спортсменка весовой категории 57 килограммов. Приглашаем в зону награждения Жұмабекова, Сезбекова, Ишенбаева, Жұмакеева. Бірінші татамиде жеңішке ие болды Шамшиев Нұрсұлтан Ишок. Сағыналиева Нұраим, Айсарахонова Аделия Росифорыди. Yeah.
Өбілдетшіде жүнгішке олдық, Қожан Бездейіп, Өмір Бегіз үшін. Өбілдетшіде жүнгішке олдық. Болтышев Дауд Дзюшов. А 290 килограмм салмақта финалдық беттешу. Арматы Бермандар, Тосуаныздар, Талантов, Даниэль. Атанташи Исмагамбедов, Фадиль. Бұл бетешеді жүнгішке е болды Османова Раяна, Дзигара Ханым. Килограмм салмақ категорияда қыздар сөйлеу әзіміне даярланамыз. Ақ кимоно мен сөйлеу әзіміне. Спортсмены весовой категории 40 килограммов. Девочки, готовимся на церемонию награждения в белых кимоно. Усмонова Раяна, Хатобекова Асима, Мазур Софья, белых кимоно спуститься. Белых кимоно.
Екінші татавиде Джигишки, Иволду Молдажапаров, Нуралаев Джишур. Бірінші тапты жеңішке Асакиева Луиза жетті. Чоң кемел. Гук дзюдо гучен спортсмен. Нар запад.
Якичтатам Дичигичке Волду Болотникова Канекейчу. Килограммов спортсменки, девочки, готовятся на церемонию награждения. Болотникова Асакиева Джарова Ходжамбердиева, белых химоно в зону награждения. Улдетичный Чигишки и Улду, Канатбиков, Нурками, Токмок. Килограммов. Девочки, готовимся на награждение. Болотбекова, Асакиева, Джарова, Ходжамбердиева, белых химонов в зону награждения. Екінші татамеде жегішке болды Ихров Муслимчи. Бірінші татамеде шақырып 60 кг салмақ категориясына балғандар сыйлы әзіміне дайырданамыз. Ихров Муслим, Қанатбеков Нуркамит, Климов Ақтан, Джусупов Ислам, Ақкиманычан сыйлы әзіміне дайырданамыз. Спортсмены весовой категории 60. Готовится Ихров Муслим, Канатбеков Нуркамин, Климов Ахтан, Джусупов Ислам в зону награждения.
Биринчи татами дечеңишке болду Сезбекова Назира Дишор. Или 7 килограмм салма категориядағы қыздар сыйлу аянчасына шақырлады Жумабекова, Сезбекова, Ишимбаева, Жумакеева. Спортсменка весовой категории 57 килограммов. Приглашаем в зону награждения Жумабекова, Сезбекова, Ишимбаева, Жумакеева. Thank you.
Биринчи татамиде жеңишке ээ болду Шамшиев Нурсултан Эшо. Бүгінші татамиде жеңишке болду Пан Евгений Эшо. Салмак категорияда балбандар сөйлөө аземине Аккиманы үчүн чакырабыз. Пан Евгений, Шамшиев, Колтаев, Бакирдинов. Спортсмены весовой категории 73 килограммов. Просим подойти в зону награждения. Пан Евгений, Шамшиев, Нурсултан, Колтаев, Ахтылек, Бакирдинов, Нурмухамед. Биринчи татамиде жеңишке ээ болду Бакасова Аделина Чуй. Спортсмены весовой категории 73. Пан Евгений, Шамшиев, Полтаев, Бакирдинов. Зона награждения. Жүлде жеңишке болду Абышева Бермет Чоңгүйүн. Спортчулар, кыздар, сыйлоо аземине даярданабыз. Абышева Бермет, Бакасова Аделина, Сагыналиева Нурайым, Айсарахунова Аделия, сыйлоо аземине даярданабыз. Уважаемые спортсмены весовой категории 70 килограммов, просим подойти в зону награждения. Абышева Бермет, Бакасова Аделина, Сагыналиева Нурайым, Айсарахунова Аделия, просим подойти.
Бул бир нече жылдын ишин болду, Кожомберди Фурманбековду шүгүрт.